Привет и добро пожаловать на Soft Hummingbird. В этом видео я вам покажу, как вы очень быстро можете делать резервные копии ваших данных. На эту тему бывают очень много программ, которые я нахожу слишком трудно настроить и установить, или которые очень медленные. В этом видео я показываю программу имени File Backupper, в которого можно очень быстро внедриться и с которым можно очень легко пользоваться. Ну вот. Для самого простого бэкапа заносите папки, откуда и куда вы хотите сохранить данные. Симулируйте эффективный бэкап, и появляются все файлы и папки, которые будут сохраняться. Нажимайте на эту кнопку, и бэкап закончен. После эффективного бэкапа тут обзор, где все, что будет исполняться, описано. Например, вот этот файл новый или добавленный в исходной папке не существует в папке целевой и будет копированный. Или, например, эти файлы и папки тут, они экстра и будут стерты. Если нажмете кнопку «Ввод», откроется файл, вы можете увидеть и обработать содержание. Если нажмете кнопку «Пробел», появится файл в проводнике Windows. Если вам не нравится, что вы видите, пометьте строчки и сотрите их. А теперь мы посмотрим, что мы можем настроить и что программа умеет. Вот это самая интересная функция File Backupper. Вы можете совершенно свободно настроить каждый модус сохранения, который можно выдумать. Вы можете настроить для исходного каталога и для цельного каталога, что должно произойти с какими файлами. Например, что должно произойти с идентическими файлами? Ничего, копировать в целевой каталог, копировать в исходный каталог или стереть в целевом или в исходном каталоге. Что должно произойти с новыми и добавленными файлами? Что с измененными файлами, которые новее в исходном и старее в целевом каталоге? Должны быть копированные или, если вы хотите, стереты. И то же самое вы можете настроить для файлов в целевом каталоге. Вот это все операции вы можете использовать. И вот это все возможные состояния файлов, которые вообще бывают. Это обозначает, что вы можете составить каждый модус резервирования, до которого можно вообще додуматься. И вот тут вы можете выбрать одного из двух самых главных модусов. Это инкрементальный модус или полная синхронизация, где файл новее в целевом каталоге будут копированы в исходный. После вы настроили ваш индивидуальный модус, вы симулируете и исполняете. Все готово. Вот тут вы можете включать и исключать файлы и настроить фильтры. Просто тяните и бросайте файлы с drag-and-drop или пишите фрагменты файлов, как, например, расширение .txt или .mp3 и так далее. Если вы теперь симулируете, эти файлы больше не включенные. Из-за оптимированных алгоритмов эта программа быстрее многих других. Я синхронизирую 20 гигабайтов за пару минут. Эту программу вы можете скачать на моем сайте Soft Hummingbird.